Ниджаз готовит для своих слушателей кое-что интересное. Совсем скоро певица презентует клип на песню «Только так». Я ее написала за одну ночь. Написана она была в эмоциях. Я ее посвятила одному молодому человеку, можно так сказать. Напомним, что песня входит в недавний EP певицы «Такой же, как Локи». Как уже стало понятно, в ней Ниджаз делится со слушателями чем-то очень личным. В сюжете клипа много девушек поют, потому что на самом деле это коснулось всех девушек, я считаю, всей планеты. И таким образом я хочу, чтобы каждая девушка, у которой происходила подобная ситуация, это у нее откликнется в любом случае. Коснулось это и актрис сериала «Бертоксан». Они тоже решили принять участие. Вообще мы с Айнурой знакомились перед другим проектом. Тоже ее проект, собирались вместе посотрудничать, но получилось так, что его немного отложили. Но зато в этом проекте у девчонок все получилось. Тема ведь затрагивает их как в сериале, так и в жизни. И то, что может прочувствовать, в принципе, каждая девушка в таком возрасте, 20-летняя, может старше, может младше. И, ну, легко понять эти чувства доступным языком, но при этом затрагивающее что-то, да, личное, глубоко в тебе то, что сидит. Ну что ж, осталось только дождаться клипа. Только так вы поймете, о чем поет Ниджаз.